Don't stop it till the break of dawn. I'm singing. Доброго времени суток, друзья! С вами Вектор, и сегодня я хочу вам показать очередной механизм в Майнкрафте. Давайте перейдем к просмотру этого механизма. И вот так вот выглядит этот механизм. При нажатии на вот этот рычаг у нас открывается вот такой вот светильник, стильный, модный и молодежный. При повторном нажатии на этот рычаг он у нас закрывается. И давайте перейдем к постройке этого светильника. И первым этапом постройки этого механизма будет расставление поршней. Для начала мы ставим вверх 4 блока, и вот эти блоки мы ломаем. И вместо них мы ставим 3 липких поршня вниз. Далее мы ставим вот здесь вот 2 обычных поршня, и далее мы с этой стороны делаем аналогично. И далее мы ставим вот здесь вот 2 блока и ставим еще один блок по диагонали вот таким вот образом. Далее мы ставим вот здесь вот еще один блок и ставим вот сюда вот уже выбрасыватель, и в него направляем воронку. Далее вот этот блок мы ломаем и сюда ставим красный факел. Далее сюда мы ставим кусочек редстоуна, и вот сюда вот мы ставим повторитель с задержкой в один клик. Далее мы ставим вот сюда вот блок, а сюда полублок. Далее мы на вот этот блок мы ставим компаратор, а вот сюда вот кусочек редстоуна. Далее мы добавляем еще здесь блок, и на этот блок мы ставим редстоун. Далее мы ставим полублок еще один, вот таким вот образом. И на него ставим повторитель без задержки. Далее добавляем еще 2 блока. Сюда ставим кусочек редстоуна, а вот сюда вот ставим повторитель с задержкой на 3. Далее мы вот сюда вот ставим липкий поршень, смотрящий на низ, и сюда мы ставим компаратор. Далее мы ставим вот таким вот образом еще 2 блока. И здесь мы проводим редстоун. И последним этапом будет поставить сюда этот котел и наполнить его водой. Далее мы в этот выбрасыватель ложим один любой нестакающийся предмет. И сюда мы ставим рычаг. Далее мы сюда ставим стекло, а вот сюда вот лампу. Далее мы нажимаем один раз на рычаг, потом еще раз нажимаем на рычаг, и после этого уже механизм будет полноценно работать. При нажатии на этот рычаг у нас выдвинется вот такая вот красивая лампа, и при повторном нажатии она у нас задвинется. И на этом все. Я думаю, вам понравилась эта серия. Если она вам понравилась, то ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. И всем удачи, всем пока!